Как вас зовут, Ваша? Меня зовут Мухаммад. Из какого вы рода племени? Я из тайпа Билтой. Билтой делится на разные части, на разные дома, на разные направления. Скажите, из какого направления вы? Он из тайпа Билтой. Направление Итбуха. Части Мачинеры. Дома Басхой. Идентифицируется он как Басхой Хажи Цина Вол Расой Ва Мухаммад. Басхой в 1850 году переселился из Нажаюрта в современный Урус-Мартан вместе со своей семьей. Там он обзавелся женой и переехал в селение Гихии. После этого из Гихов он вместе со своими братьями переселился в район села Шалажи, вновь образованный хутор, австрийский хутор. Говорят, что это было в 1920 или 1919 году. Хороший советник у вас, Оша. Он рассказал все как есть. Оша, сколько вам лет, как вы думаете? Я точно не знаю, сколько мне лет. Но могу рассказать, как власти фиксируют. Было время, когда я пытался получить компенсацию на отца. И когда мне сказали, что документы уже готовы, я съездил в Грозный. Там мне сказали в нотариате, что данных на моего отца нет, надо запросить в КГБ в Москву. Приходите через неделю. Через неделю я вернулся, но мне сказали, чтобы я пришел еще раз через неделю. И когда я пришел еще раз, мне показали справку. В этой справке было написано. И выдали мне справку, на которой было написано 1 января 1911 года.